В Твери в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство трех детских садов. Современные дошкольные учреждения в течение года появятся в Южном на улице Левитана, а также в Заволжском районе на улице Склицкого и в Юности на Планерной. Строительные работы на завершающей стадии. Уже в этом году новый детский сад на улице Планерная распахнет свои двери для юных воспитанников. В завершение работ фасадных, это также отделка, внутренние коммуникации, слаботочные сети. Этот детский садик на 150 мест. Еще на двух площадках на улице Левитана и Склескова строительство только началось. Сейчас производится заливка фундаментных плит, устройства гидроизоляции. До конца года здесь должны появиться современные вместительные детские сады, каждый на 190 мест, включая ясельные группы. Работы ведутся в плановом режиме, по графику. Пока у нас, как у заказчика, вопросов подрядчику нет. Напомним, в рамках реализации нацпроектов демографии и образования в Твери за последние два года построенный новый корпус школы номер 50 в микрорайоне «Юность». Центр образования имени Отращанков, Брусилова и детский сад «Росток» на Октябрьском проспекте в Южном. Уделять особое внимание таким объектам и следить, чтобы они соответствовали всем современным требованиям – поручение губернатора Игоря Рудени. Все работы находятся на контроле Департамента ЖКХ и строительства администрации города.